Жасин, привет! Анютка кашечку с утра кушает. Да, мама тоже сейчас будет кушать вакуум, сделает кофе с блинчиком, с печенью. Блинчик без масла обжаривала, просто подогрела на сковородке. На улочке цветает. Мы сегодня рано встали, в 8. Я сама не ожидала, думала, 9 часов. Еле-еле глаза продрала, встала. А потом на часы через час смотрю, время только 9. Думаю, да как так? Я решила немножко цвет на всякий случай обновить у корней, потому что, думаю, сейчас как бы планируем все равно ехать. Может быть, у нас все получится, поэтому подкрашиваюсь с утреца, потому что по делам нужно ехать, и голова как раз в той кондиции 2-3 дня не мытая, третий день, да, что как бы как раз нельзя на чистом, ведь надо как раз такой вот день на третий краситься, поэтому как раз нужно было голову помыть, думаю, дай-ка заодно и подкрашу. Так что сейчас будем завтракать, видите, розовая прям краска, видно, что розовая. Посмотрите, как этот ребенок оживился, когда я косметичку достала. Она аж в ладоши захлопала. Ну, очень уж любит ребенок. Закрой эту баночку. Где крышка? Ну, очень уж любит ребенок краситься вместе с мамой. Очень уж. На кисточку красься. Крась себе. Щечки крась. Нет, Аня, баночку не открывай. Нет. Мам. Закрой. Нет. Закрой. Нет. Это не надо макать. Аня, другую баночку возьми. Другую возьми. Крась себе щечки, глазки. Никак. Никак. Какой? Нет, это не надо открывать. Это не надо. Это тени для глазок, а не мама красится. Где папа? А, убежала от папы. Сугроб ее. Пусть посидит, подумает о своем поведении. Пойдем, Манюточка, мы в магазин пошли. У Юха у нас у бабушки ночевал. Папа, отпуск начинается. Все. Свободный человек практически. Практически. Так, слегка только женаты, двое детей, но свободен. На месяц. На месяц, да. Детское счастье. На, Анечка. Любитель. Нет, Анечка, это не так делается. Так, конечно, тоже можно, но лучше не надо. Сейчас, подожди, мама откроет. Вот какая серия больше всего нравится. Пишите мне в комментариях, какая вам и кружка нравится, если каков. А потом подписывайтесь, скажи, на мой канал, да? Насмотрится YouTube. Открытие всех этих киндеров потом так же говорит. А вам, говорит, какая игрушка больше нравится? Ставьте маршрупан сверху. Вкусно? Да, сейчас засну. Вкусно! Зайчата, ребята. Банчата и старший банин. Банчатки мои, ребятки. На. Мне не нравится, кстати, шоколад у этих яиц. Но вот этих еще более-менее. У Чупа-Чупс. Давай посмотрим, какая игрушка Аня. Шоу Папа Роба. Я вижу, кто это. А я не вижу. Это компот. А у вас кто? Нет, давай посмотрим, какая. Ой, покажи, Анечка, скорее карамельку. Не карамелька, а лапочка. А ты открой все. Давай откроем. Лапочка? Можно открыть? Нет, давай. Я сам открою. Ну давай, сам открывай. Это открывай. Лапочка. Открывай, а потом доешь. Лапочка? Да. Покажи, папа, какая там коллекция. Ну я разговариваю так же, как и в этих видео, которые открывают киндеры. А, нам попался! Скорее открывай! Кто же нам попался? Или уже так открывать зубами?
Давайте же скорее посмотрим. Это же компот. Ура! А знаете, что у меня такая же попавшила, как у папы. Семья моя почти в полном составе. Давай, папа, к нам. Илюшку забрали от бабушки. А покажи. Приехала на вокзал. Вот так наш выглядит вокзал в Новосибирске. Сейчас мне надо, в общем, по делам сходить в Альфа-банк. Пойду зайду в Глорию, гляну, что тут есть. Это Новосибирск строителей, Глория. Спортивочки. Когда я уже спортивки себе куплю? Нужна пару спортивочек померить. Очень хочется нового взять, а то у меня все такое старенькое. Я прям так в шапке. Ну и, в принципе, ничего. Ткань плотненькая. Надо, чтобы здесь плотненько было. Так-то, шапка, ты посмотришь. Правда, приходится босиком мерить. И сапоги же стринками одевать. Эти похуже, у них поперечная полоска. Мне это не очень нравится. Не знаю, что мне идти не особо. В поясе, в больших поясе у этих провисает. Не мое, конечно. Глория не специализируется на спортивке. Намерилась, ничего не купила. Сейчас, короче, пойдем с подружкой встретимся. Попьем кофейку, обсудим наши насущные проблемы. Короче, нашли мы какую-то таверну. Пойдем зайдем, маленечко кофейку попьем. А вон они, кстати, мы. Подвал целый. Ага. Подвальчик. Зато здесь нет официантов и вот такая система. Зато недорого. Все, оплачиваем. Подтвердить заказ. Короче, вот такие тут виды тарелочки. Надо же такая зелененькая есть дома. Вот мой кофеек. Вот мой маленький крошечный, я бы даже сказала, салатик. И супчик сырный. Зато 250 рублей, если все получилось, вообще недорого. В общем, такое типа столовое заведение, самообслуживание, но при этом тут приятненько посидеть. Поговорить можно хорошо. Мы сядем, Галин. Анюта. И позже. Пока. Шелечка, кофик любит. Привет. Ты его превратим в кого-то и выпьем его кишелеча. А у мам. А у нас кишелек. Вот, вот. Эй, твой. Помощи. Наш, тише. Привет. Привет. Кто это? Это я собираю плешельцев. Видите? Из Бентена. Да. У всех плешельцев. У меня такая упаковка уже есть. Надо конструктор превращать Бена собирать. Здравствуй. Привет. Дайте гаду. Как швабу пришли, что называется бамбук. Бамбук? Да. А я уже хочу спать. Мама за жопку. Привет. Всем пока, наоборот. Пока.